Ну чё, ребят, всем привет. Мы летим в Стокгольм. К Ульяне и Диме в гости. Я в аэропорту. 6 с копейками на часах. Увидимся. Здесь можно купить билеты на автобус, поезд и так далее. Я купил себе 24-часовой билет. Одна поездка обычная стоит 4 евро, 40 крон. Билет стоит 12 евро. Так что, надеюсь, будет билетно. Как это, ну, я в Стокгольме. Не знаю, что делать. Буду, короче, гулять просто. Пока. Забрел в какой-то так себе райончик. Перекусил отлично, дешевое нашел, самое дешевое вообще, просто дешманское бомжовское кафе, 15 евро вообще, изи. Вот сейчас поеду к Ульяне с Димой, закину шмотки себе. Шведский язык, ребята, вообще очень сложный. Например, вот там сцена написана Stockholm's Culture Festival. Надо посмотреть в словаре, что это может означать. Чайки. Ну вот такое, ребята. В обед я устал, нашел себе парк и прилег поспать. Вообще отлично поспал на солнышке. Стокгольм — нормальное место. Смотрите, продаются футболки шведской сборной. Попробуем угадать, чья же это футболка. Ну конечно. Метро у них. Ну, конечно, хотя бы один раз нужно потеряться в новом городе, правильно? Ну, что могу сказать, очень многонациональный город, да. Многообразие культур и дорогой, но не дешевый. Ну и в целом чувствуется, что это такой развитый на уровне Лондона, пожалуй. Еще, ребята, город юзер-френдли такой, много людей старых, в колясочках инвалидных и так далее, то есть, видимо, достаточно доступный. Ну, великов много, ребята, вот реально много великов.
Думаю, из заброшенных великов можно бы сделать было один здоровенный Инстаграм. Ну, камней, конечно, маловато. Ульяна, скажи привет в видеоблог. Привет. А в багажнике самокат. Димон покупает себе вкусный, дорогой стокгольмский кофе. Катюха катается на самокате. Чтобы их... Катюха загорает. Ребята, очень уставшие шведы, смотрите. Устали. Единственное место, где можно найти полицию в Стокгольме, это вот здесь, ребята, возле культурного дома. Вот это местный ГУМ. Я не знаю, что происходит, ребята играют в компьютерные игры. А там дальше культурный фестиваль сегодня в Стокгольме. Мы спросим некоторых жителей Стокгольма, какой этот Стокгольм? Какой Стокгольм? Красивая природа, чистый воздух, вкусная вода из крана, и приезжают какие-то ребята с шведскими флагами. Окей. Здесь для детей очень скучно. Пацан заступил на вахту, к нему пришли друзья, и он с ними трёт. Нормально. Что-то по-шведски написано, тяжело понять. Здесь, чтобы закрывать ворота, вот такая петелька. А в Таллине немного другая система, я вам покажу, если еще не показываю. Вот такие. Всем привет из Стокгольма. Ребята, код 1233 для этого туалета. Что, мы втроем пришли посмотреть тут на цирк? О, боже, кто здесь? Первый день в Стокгольме подошел к концу. Завтра ребята планируют вывести меня на природу. Так что не переключайте канал.